Всем здорово, с вами Саня, Димас, мы сегодня едем в Днепропетровск. Ну, еду, конечно, только я, но Димас радостно согласился меня подвезти до Блаблакара. Азуем. Пять утра, жру печенье, смотрю трассу. Аня залипает в телефоне. День начинается лениво. Кто-то катается, кто-то делает селфи. Прыгаем, дёрт, по 200-200. А ты уже поровнял. Бродяга. Сука, рыгали вчера всю ночь, блядь. О, блядь.